Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня, просто гениальный рецепт, теплый салат с ресторанным вкусом. Готовится элементарно, на раз-два. Нам понадобится баклажан, кабачок, перец сладкий, морковь, лук, чеснок, соль, перец, кориандр, оливковое масло, лимонный сок и мед. Приступаем. Баклажан очищаем от шкурки и нарезаем тонкими брусочками. Все овощи будем складывать на листик, застеленный фольгой. Складываем прямо горками. Сладкий перец, одна штука, нужно крупнее взять. Можно брать и желтый, и красный, и зеленый, какой вам больше нравится. Удаляем внутреннюю часть семенами и нарезаем соломкой, достаточно крупной. Перец тоже выкладываем горкой на противень. Кабачок также нарезаем брусочками. Если кабачок молодой, шкурку можно не очищать. Если более уже спелый, тогда шкурочку лучше очистить. Лук нарезаем небольшими дольками. А вот морковку необходимо нарезать тонкой соломкой, потому что если соломка будет более крупная, тогда морковка не успеет пропечься вместе с другими овощами и будет более плотная. Поэтому я делаю мелкую соломку. Вот такой красивый разноцветный листик получился. Разогреваю духовку до 180 градусов и отправляю овощи на 30 минут. Через 30 минут овощи хорошо запеклись. Вынимаю и перекладываю их в салатницу. А теперь остается только заправить салат, перемешать, и все, можно подавать. Вкуснятина, просто необыкновенная. Если вы приготовите хоть один раз, будете готовить его постоянно. Чеснок 3 крупных зубочка, трем на мелкую терку, или на чеснодавку. Немножко подсаливаю по вкусу, добавляю черный молотый перец, молотый кориандр 1/3 чайной ложки, оливковое масло 1 столовая ложка, лимонный сок 2 столовые ложки и мед 1 столовая ложка. А теперь остается только хорошенечко все перемешать, и можно сразу же подавать к столу и наслаждаться прекрасным вкусом этого теплого овощного салата. Вы посмотрите, сколько витаминов и минералов вас ждут. Подавать можно абсолютно к любому гарниру и мясу. Я вот на ужин приготовила к этому салату еще в сковородке рожки спиральками с курицей, с овощами. А вы готовите вот так рожки в сковородке? Или, может быть, снять это видео для вас? И все. А теперь бегом за стол кушать. Скажите, ведь великолепный же рецепт. 5 минут все нарезал, кинул в духовку, заправил и просто получил необыкновенный, вкусный и полезный салатик. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий. Подписывайтесь на канал. Всегда рада видеть вас в гостях у себя на канале. Всего хорошего. Пока-пока. До новых встреч.